Сейчас о спорте. Состоялся один из ключевых матчей чемпионата города по футболу. На стадионе «Север» «Фокси» в Маш хозяева поля принимали своих самых принципиальных соперников команду «Беломорец». Подробности игры у Константина Мухина. Перед первой очной встречей «Севмаша» и «Беломорца» подопечные Николая Кулаковского лидировали на 4 очка. Накануне ягринцы провели энергозатратный матч в первенстве МРО и за сутки вряд ли могли восстановиться. К тому же в составе «Беломорца» была всего одна замена, и на поле вышел тренер Юрий Ильин. В дебюте соперники обменялись забитыми мячами, а под занавес тайма «Севмаш» удачно разыграл штрафной. Казалось, что во второй половине хозяева добьют соперника, но, к удивлению немногочисленных болельщиков, все оказалось иначе. Именно игроки «Беломорца» играли первую скрипку, а «Севмаш» выбрал тактику контратак. Клим Царев и Сергей Федотов на двоих разбазарили массу голевых моментов, и футбольная истина сработала против них. Сначала сыгравший отличный матч Олег Дунаев замкнул навес на дальнюю штангу, а затем точный удар Кирилла Муравьева принес «Беломорцу» столь нужную победу со счетом 2-3. Выходы 1-1. Я не понимаю, как мы не забили. Ну и «Беломорец», как опытная команда, прежде всего, наказали нас за наши нелепости. Играете теперь послезавтра уже на «Беломорце». Надо как-то подходить более серьезно и настраиваться на 90 минут, а не на 45 минут. Да, правильно, мы будем настраиваться, то есть у нас еще есть небольшое преимущество, но нас это не оправдывает, мы будем бороться за каждый мяч, то есть задача у нас выиграть чемпионат. Ну, дома и стены помогают, и я думаю, что там немножко будет другая игра, поле немного другого качества, поэтому, думаю, будет более комбинационная игра с обеих сторон, что с «Севмашей» и с нашей. Ну, соперники достойны друг друга, поэтому будет интересная игра, приходите, поболейте. Как удалось сегодня забить, сравнять счет, гол такой важный? Просто Павел Терехов навесил, оказался в нужном месте в нужное время, забил, сравняли, а дальше понеслось на кураже, забили третий и выиграли. Теперь лидеров чемпионата разделяет всего одно очко, и, скорее всего, судьба золотых медалей решится в среду на стадионе «Беломорец». Начало игры в 18:30. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.